сегодня играет Игнат Кравцов. Добрый вечер. Я Игнат Кравцов. На гитаре Антон Ревнюк. И композиция, которую мы сейчас сыграли, называлась «Русский танец». И мы продолжим тоже в такой русской традиции исполнить композицию под названием «Сказка». Thank you.
Спасибо. Это была композиция «Сказка». И сейчас мы хотим исполнить еще одну авторскую вещь, которая очень дорога для меня. И она посвящена тому человеку, без которого, наверное, никого из нас бы сегодня здесь не сидело. У каждого он свой, но у каждого он непременно есть. Человек — мама. И мы сыграем композицию, которая называется «Мамина песня». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это была композиция, которая, я думаю, в нашем исполнении оправдала свое название. Она называлась «Порванная танго» или «Порванная». Что-то типа «Ломанная танго», да. Мы его окончательно сломали, я думаю. А сейчас я бы с большим удовольствием хотел пригласить на сцену нашего первого сегодняшнего гостя концерта. Это мой хороший друг и замечательный музыкант. И не просто замечательный. Вот вы знаете, бывают музыканты хорошие, бывают очень хорошие, бывают гениальные. А бывают музыканты, от которых, когда слышишь игру, то либо сердце замирает, либо волосы дыбом встают, либо еще вообще что-нибудь происходит с организмом. Вот этот музыкант для меня всегда производит именно такое впечатление. И я хотел бы пригласить на сцену Андрея Красильникова. Андрей Красильников, саксофон. Мы с ним исполним композицию, которую мы имели честь записать, еще будучи в Соединенных Штатах Америки, и с легендарной барабанщицей, неоднократной обладательницей Грэмми Терри Линн Керрингтон. Но сегодня у нас будущий обладатель Грэмми, я в этом уверен абсолютно, без всякого пафоса говорю, Игнат Кравцов. И мы сыграем композицию, которая называется «С востока на запад». Thank you.
Красильников. Андрей Красильников. Антон Ревнюк. Игнат Простов на барабаны. А сейчас мы хотели бы перейти к главному действию сегодняшнего вечера. Вы можете заметить сразу, да? Что это действительно главное действие сейчас развернуто. Дело в том, что давно уже у меня была мечта сыграть со скрипичным квартетом. Но не так легко найти музыкантов, которые были бы открыты разным экспериментам, особенно в академической сфере. Но, к счастью, такие люди появились. И сегодня для вас будет играть струнный квартет в составе. Аисия Абдурахманова, первая скрипка. Светлана Рамазанова, вторая скрипка. Никита Скиба, альт. И Александр Рамазанов. И мы откроем свое выступление. Наверное, единственная композиция сегодня, которая не авторская, но давно тоже зрела мечта ее сыграть именно в таком составе. Дело в том, что в прошлом году отмечал свой 80-летний юбилей один из величайших музыкантов, Уэйн Шортер. И мы не можем обойти это событие стороной. И сыграем аранжировку его композиции, которая называется «Эль Гаучо».
Thank you.
Thank you.
Сейчас мы будем сыграть совсем новую вещь. Я бы даже сказал, наверное, специально написанную для этого концерта. Дело в том, что, наверное, для многих вот ушедший год был достаточно тяжелым, по крайней мере, всем друзья говорят об этом. И да, видите, согласны. Но мы его пережили как-то. И много потерь было, и в музыкальной среде было очень много людей, которые ушли. И так, собственно, родилась эта композиция о всех тех, кого сейчас нас, с нами рядом нет, но кого мы любим. Называется она «Нет слез». Thank you.
Спасибо. И сейчас хочу пригласить еще одного специального гостя вместе с нашим первым специальным гостем. И мы сыграем, наконец, песню. Специально для столика там справа. Песня. И именно в этом составе тоже я давно мечтал именно сделать именно эту песню, именно так. Но написал ее, к сожалению, не я. Но, к счастью, написала прекрасная певица и по совместительству моя жена Ксения. Ксения Лебедева. Я думаю, она сама расскажет, что за песня и о чем она. Песня называется «Find a Way», «Найди свой путь». Она была написана еще в 2008 году во время обучения в колледже Беркли. И сегодня мы в таком варианте ее представили. Yeah.
Ирина Лебедева. Андрей Васильев. Прекрасный струнный квартет передовых студентов и аспирантов Московской консерватории. Ну и в заключение мы хотели бы сыграть одну из главных композиций, собственно, которая дала толчок этому проекту. И была написана именно с таким звучанием в голове, именно со скрипками. И дело в том, что бывает так, что пишешь композицию и уже представляешь, что конкретный человек должен ее играть. Вот здесь именно так произошло, она родилась быстро, и я понял, что ее должен играть никто иной, а именно Антон Ревнюк. И да, я очень долго подбирал названия разные, но потом понял, к чему скрывать свои чувства. И просто назвал эту композицию «Для Антона». Thank you.
Thank you.
Вас гитара Ксения Лебедева. Где вы, Ксения Лебедева? И прекрасный струнный квартет в составе. Асия Абдурахманова, первая скрипка. Светлана Рамазанова, вторая скрипка. Светлана Рамазанова, вторая скрипка. Никита Скиба. И Александра Рамазанова, виолончель. Спасибо всем большое. Без вас ничего этого не имело бы смысла. Спасибо.